37-летняя Наталья Водянова воспитывает 5 детей. Сегодня первенцу модели исполнилось 18 лет. В честь этого события звезда подиумов поделилась архивным снимком с маленьким Лукасом. Наталья запечатлена рядом со смеющимся мальчиком. На модели забавный наряд, разноцветный топ и розовые леггинсы, сквозь которые просвечивают ее белые трусики. Водянова призналась поклонникам, что никак не может поверить, что ее сын официально стал взрослым. «Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг. Добрый мыслящий, смелый, искренний, остроумный, весь в мать, а главное, скромный человек. Перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки. С днем рождения, сынок! Мой самый взрослый», написала Наталья в Инстаграм. В первом браке, с аристократом Джастином Портманом, у модели родилось 3 детей, 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор. Сейчас Наталья счастлива с Антуаном Арно, с которым воспитывает 2 сыновей, 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. Недавно Наталья Водянова показала эффективную бьюти-процедуру в салоне автомобиля. Модель стала звездой бала в Москве. Блондинка пообщалась со своими российскими поклонниками.